Синкан является особым административным районом Китая и местным административным районом, который относится к Центральному народному правительству КНР. Закон о национальной безопасности Синкана — это внутренние дела Китая, и ни одна другая страна не имеет права в них вмешиваться. Если кто-то попытается нанести ущерб интересам Китая, Китай предпримет все необходимые меры для решительного отпора.